женщина. Она сродни неуловимой птице, той, чье перо, как некий талисман, в ладонь упал к нам с неба и хранится, как добрый знак, что нам судьбою дан. Каждый год к нам приходит месяц марта, а вместе с ним и первая капель, первые, самые первые весенние цветы. А вы замечали, что происходит весной с людьми, с женщинами? Все они становятся совершенно необычайными, какими-то особенно нежными, все-все до одной. А у мужчин в этот день, в преддверии 8 марта, появляется какая-то гордость в осанке, какой-то взгляд очень особенный, добрый, ласковый, нежный, любящий. И в каждом из мужчин просыпается пылкий поэт, бесстрашный солдат, вдохновленный рыцарь. В марте 8-го такое бывает. Весна на любовь всех вдохновляет. И именно в этот день мальчишки, юноши дарят женщинам свою любовь, свою признательность, уважение, восхищение, нежность и еще много-много-много всего очень нежного, красивого и приятного. И сегодня, милые, дорогие, любимые наши женщины, в этот день поздравить вас с наступающим этим замечательным весенним праздником, днем 8 марта, пришли Дмитрий Владимирович Борисов, Олег Вячеславович Шаталов, Валерий Викторович Максимов и единственная представительница прекрасной половины человечества на этой сцене Лариса Николаевна Владимирова. Цветок в этом букете. Дорогие наши, уважаемые, милые, любимые женщины города Конаково, мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Хотим пожелать вам здоровья, счастья, любви, успеха во всем. Дай Бог мирного неба над головой. И всего вам самого хорошего, вам и вашим семьям. Милые наши женщины, я хочу пожелать вам большой и чистой человеческой любви. Хочу пожелать вам того, что вы всегда любили и всегда были любимы. Счастья вам, здоровья, с праздником! Добрый день, дорогие женщины. В преддверии вашего праздника мне тоже хотелось бы сказать вам несколько слов. И самое главное, конечно, поздравить вас с этим праздником и пожелать счастья. Счастья пусть не огромного, но всегда и во всем. Счастье в том, чтобы вы были любимы, чтобы вы были уважаемы, чтобы к вам все время проявляли внимание и заботу. Вы знаете, у нас как в жизни получается, что мужчины довольно-таки так приободряются и чувствуют себя мужчинами в преддверии женского праздника и в женский праздник, пытаются быть галантными, внимательными, заботливыми. А мне хотелось бы пожелать, чтобы вот это внимание, забота и вообще уважение и проявление самых лучших человеческих чувств от мужчин было к вам всегда, постоянно. Чтобы 8 марта, пусть не каждый день было у вас, но вот то внимание и отношение к вам было каждый день, во все времена и на все века. Здоровья вам, счастья, любви. Всего самого наилучшего. Дорогие женщины, милые мамы, я поздравляю вас с замечательным праздником, Международным женским днем, и желаю, чтобы вы, ваши дети, ваши семьи были здоровы и счастливы. Если в семье все хорошо, значит женщина счастлива, значит женщина спокойна. Спокойствия, благополучия и любви вам. С праздником! Пройдет пора тепла и света.
наверное. С праздником вас. Всех благ, здоровья вам. Знаете, что мы вас очень любим. Ветвям прикоснется.
все вместе теперь споем. Тополя, в город мой влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые, беспокойной весной вы шумите листвой, и не спится вам вместе со мной.
Счастье,
Эльвира Ступина. Я вам спою песню вашей молодости. Прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Прошедшей любви. Я живу тебя, как прежде, не будь таким жестоким. Мой нежный друг, умоляю, прости. С праздником нас! You and me can make my life complete.
I'm starving for some attention.